Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами новый карнавальный костюм для аниматоров. Это карнавальный костюм «Сказочный патруль Маша». Вот так вот выглядит в запечатанном виде. К вам при заказе он приходит в таком виде. Наверняка все смотрели мультсериал «Сказочный патруль». Он сейчас очень популярен среди детей, среди аниматоров. В товаре визитка интернет-магазина, на которой вы найдете все необходимые данные для заказа костюма. И давайте посмотрим, из чего состоит сам костюм. Что же входит в комплект? В комплект костюма Маши входит юбка. Юбка идет на резинке. Посмотрите, какая здесь широкая резинка. Очень удобно. Юбка из велюра. Внизу идет бахрома. Также она текстильная. Маленькие такие зелененькие кружочки. Юбка на подкладке. Внутри она поролоновая, то есть она мягкая, прочная, такая довольно плотная. Такая юбочка. Головной убор. Посмотрите, такой яркий, красочный головной убор. Сзади бант. Внизу головной убор идет вот такими завязочками. То есть хотите, можете одеть просто, хотите, можете завязать. Он довольно глубокий такой и не спадает. Так вот выглядит очень ярко. В комплект входит кофточка. Кофточка идет с короткими рукавчиками. Рукавчики прозрачные такие. Шифон такой. Здесь кофточка плотная из велюра. Внутри подкладочка небольшая. Сзади она ярко-салатового цвета, такой неоновый даже цвет. И в комплект входят штаны. Штаны клёшем идут. Сначала они идут из материала Бифлекс, на резиночке тянется. И потом внизу уже идет велюр плотный внутри с подкладкой. Вот такие ярко-зеленого цвета, сверху салатовые. Очень оригинальный наряд. Костюм качественный, все пошито очень аккуратно, плотный. То есть этот костюм не на один раз, его можно одевать много раз, а также стирать. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru или позвонить в наш интернет-магазин.